Всем привет, с вами канал «Все для огорода». Значит, два раза заливал кабачки. Вот я хочу маринованные кабачки. Вот вода с этих кабачков слил. Теперь надо сделать маринад. Взять столовую ложку. Сюда высыпать соли. Где-то здесь 1,5 литра. О, с горкой соли насыпаем. Размешиваем ее здесь. Сейчас мы накипятим. Соль сейчас растворим. На крышке сейчас у меня там вода греется. Сейчас я простерилизую. Все, соль растворилась. Берем сахар, сюда сыпем теперь. Сахару 2 ложки столовых. Раз. Два. Это маринад у нас будет. Так. Так, вроде размешал. А мы здесь вот эти штукой будем чайником кипятить маринад. Так, все вроде растворили. Так, наливаем сюда наш маринад. Соль растопил. Так, все. Ждем сейчас. Теперь надо сюда налить столовую ложку уксуса в каждую банку, а потом зальем маринадом. Так, крышки я пойду сейчас простерилизую. Думаю, там вода уже закипела. Так, все крышки у нас. Держите. Крышки. Вот крышки, я пристерилизовал их. Сейчас у нас накрыть. Так, каждую банку сейчас найдем по столовой ложке уксуса. Можно подвинуть или много будет. Не знаю, может еще по половиночку. То, может, мало будет. 1,5 ложки так. Уксуса. 9%. Все. Закипело. Заливаем.
Маринад готов. Наливаем потихонечку. По чуть-чуть. Будут кабачки маринованные. Вот. Заливал, делал заливку два раза кипятком. Третий раз маринадом заливаем. Наливаем побольше. Под самое горло. Все, залили. Берем наши крышки. Стерилизованные. Здесь вот крышки. Я пристерилизовал. Так. 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 Итак, все. Закрыли. Следующее. Сейчас я возьму полотенце. Сон горячий. Не обжарься руку. Вот. Сейчас закроем крышкой. Туго. Так. Есть контакт. Второй контакт есть. Третий контакт есть. Четвертый контакт есть. Все. Теперь надо взять полотенце. У меня такое полотенце. Не очень белое. Но это такое хозяйственное полотенце. Переворачиваем наши кабачочки. Вот, и надо укрыть этим полотенчиком, вот, чтобы они постепенно остывали. Вот так, укутать их надо. Вот, чтобы они постепенно остывали. Все. Вот, это у нас получается маринованные кабачки. Вот, единственное, что я бы еще добавил в эти кабачки, порезал бы перец болгарский красный. Получается, ассорти довольно вкусное получается, лучше, чем... Ну, если когда нету перца, пойдет и такие кабачки. А, с вами канал «Все для огорода». Вот, я думаю, видно было, что я там делал. Подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик. Вот и у нас вот этот... Мы в баню ходим с этим ковшом. Воду наливаем. Так, все. Спасибо за просмотр. Подписываемся, ставим лайки, жмите на колокольчик. Это получается маринованные кабачки. Это вот я, у меня два кабачка сегодня выросло. Вот, там еще на подходе еще три. И еще будет бутылочная тыква. Три штуки посадил, не знаю. Я думаю, бутылочных тыкв, наверное, тоже можно делать маринованные тыквы. Вот. Спасибо за просмотр. Снимал я фотоаппаратом Sony W830. Спасибо за просмотр. С вами канал «Все для огорода». Всем пока-пока.